Их знания и талант – главное богатство Первоуральска. Одаренная молодежь и лучшие специалисты образования и медицины сегодня получили стипендии главы города. Каждый год специально собранный совет при администрации выбирает первоуральцев, чьи заслуги и успехи достойны поощрения. О тех, кем может гордиться весь город – наш следующий сюжет. Он не может обмануть. Вдумайтесь, пожалуйста, в это понятие. Понять психологию персонажа, которого автор придумал еще в 19 веке, задача, казалось бы, непростая. Но умение рассуждать и высказывать свою позицию, пусть и противоположную от остальных, навык, которому стремится обучить детей Наталья Сорокина. В каждом ребенке есть какое-то чудо, он уникален. И пробудить вот это чудо к жизни, заставить его думать, рассуждать, принимать важные решения с точки зрения правильных этических норм прежде всего. Я думаю, что это основная задача учителя. Учить литературе, по словам педагога, невозможно, если не обращать внимания на внутренний мир человека. А ученика тем более, ведь энергия, отданная ребенку, возвращается стократно в его горящих глазах. Любовь к предмету исходит от самого педагога, поскольку именно своей чувственностью и натурой и всей той теплотой и самоотдачей у нас, получается, проводятся уроки. За трепетное и ответственное отношение к работе руководство выдвинуло Наталью Сорокину на звание стипендиата главы городского округа. Идею поддержал и родительский комитет школы. Сегодня учитель вошла в число лучших специалистов города и получает награду из рук Валерия Хорева. Традиция поощрять профессионалов, действующих и будущих, зародилась в Первоуральске 20 лет назад. Каждый год список стипендиатов обновляется. В этот раз материальную поддержку получили 15 человек. Учителя, врачи, успешные школьники, талантливые спортсмены. Последних оказалось больше всех, особенно отличились армрестлеры. Стипендии получает 6 человек. Это заслуга в первую очередь тренера. У нас вообще как бы самые лучшие условия для занятия армрестлингом. Иван Феофилактов – двукратный победитель первенства России по армрестлингу, чемпион Европы. Он стал стипендиатом главы уже в третий раз. По его словам, такая поддержка города вдохновляет на новые победы. Сохранить и развить человеческий потенциал Первоуральска – главная цель Совета стипендиатов. Традиция будет продолжена. Более того, мы хотим немножко увеличить эту сферу и рассматривать уже не стипендии, а некие гранты на развитие той или иной отрасли культуры, спорта, образования. Минимальный размер стипендии – 500 рублей, максимальный – 2500. Получать денежные выплаты и стипендиаты будут ежемесячно в течение всего года. Евгения Чарсова, Светлана Вахмянина, Дамир Харисов, Денис Храмцов. Новости Первоуральск.